Осторожно, площадь Горького закрывается. Одну из главных площадей Нижнего Новгорода ждет полная реконструкция. Сквер на площади Горького был разбит ровно 70 лет назад, в 1951 году. Эта площадь носит статус охраняемого объекта, и реконструкцию обещают провести максимально бережно. Сейчас основная у нас задача стояла с администрацией перекрытия площади полностью для ускорения процесса, а также с точки зрения безопасности граждан. Мы, значит, поставили временное ограждение по всему периметру, также заказаны баннера с символикой 80-летия города, вывозим снег, ограждаем деревья. С 1 числа планируем масштабно приступить к демонтажу. Сохранена вся дорожная сеть, сохранены все клумбы и... При замене покрытия мы применили здесь крупноформатную плитку для того, чтобы придать этой площади большую парадность. Сквер поддержали более 6 тысяч жителей. Потом была длительная процедура в связи с тем, что это объект культурного наследия, длительная процедура проектирования. В рамках данного муниципального контракта подрядная организация денежные средства за выполненные работы получит только после согласования с органами технического контроля. По данному муниципальному контракту предусмотрено еще и авторское сопровождение, то есть так, чтобы подрядная организация выполняла те работы, которые предусмотрены проектом.